Всем привет! Хочу поделиться опытом своим, как я решал проблему отсутствия запасного ключа. Как я уже говорил ранее, автомобиль пришел с одним ключом. Вот, ну, понятное дело, что нужен второй, нужен запасной, мало ли какая ситуация, потерялся ключ или еще что-то такое. Вот, первым делом я поехал в специализированный сервис, да, где прошивают ключи. Вот, причем я посетил не один такой сервис, и мне как бы не смогли помочь, потому что программы, сканеры, они не читают этот автомобиль. В общем, ну, никак перепрошить не получилось, да. Пришлось придумывать, как выходить из ситуации. Ничего лучше не нашлось, как просто установить сигнализацию с обратной связью. Ну, можно не без обратной связи, без разницы. В общем, установить дополнительную сигнализацию. Вот, но здесь тоже, да, сложность этим, на этих автомобилях мало кто работал. Вот, нашел я специалиста в Новороссийске, все отлично мне сделал. Вот, поэтому, ну, все, прозванивал самостоятельно, схемы как бы не было, все делал вот методом тыка, но слава богу, все хорошо получилось. Теперь у меня есть сигнализация и запасной ключик. Нашли мы блок управления, находится он, ага, вот здесь, сейчас прозваниваем, в общем, работа кипит. Блок БЦМ, да? Да, прикрученный он там вышел. Да, бардачком. Это вот блок центрального замка, да? Он не центрального, он блок комфорта считается, ага. Тут все, и салонный свет, по идее, через него концевики, багажник, центральный замок, стеклоподъемники, все через него. Я понял, короче, кто будет искать, он там. Вот так выглядит этот блок, написано Nissan, обратите внимание, может, кому будут интересны цифры. Что у нас получилось? Сигнализация с обратной связью, сделал запасной ключ механический, плюс запасной брелок у нас от сигнализации и плюс рабочий брелок, который пришел изначально с автомобилем. Вот по результату.